По инициативе депутата Государственной Думы Бейсултана Хамзаева в Кайкенском районе прошло мероприятие «Культурное наследие как ориентир в здоровую жизнь детей» в детском оздоровительном лагере «Надежда». Организаторы передали присутствующим слова приветствия от парламентария, а также подарки для детей. Помимо этого, для участников встречи ансамбль «Кизилюрт» исполнил яркую интересную творческую программу. Почетными гостями мероприятия были депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и помощник депутата Государственной Думы Бейсултана Хамзаева, координатор проекта «Трезвая Россия» Абубакар Зубаиров. Они пожелали ребятам крепкого здоровья и хорошего времяпровождения. Абубакар Зубаиров выступил с интересной познавательной лекцией о вреде алкоголя, табака и наркотиков. Поделился своим мнением и опытом проведения различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В завершение состоялся мастер-класс по национальному танцу, который провел руководитель ансамбля «Кизилюрт», народный артист Дагестана и действующий солист Государственного академического ансамбля танца «Лезгинка» Ахмат Зубаиров.